никогда не испытывал интерес к сережкам, к пирсингу и прочим вопросам. Но иногда это не только веселит, а даже создает веселое настроение. Если бы было бы две прищепки, вы бы могли подумать, что я олень. К сожалению, я не олень, я стрелец. Получеловек, полукентавр. Одним выстрелом поражаю сразу две цели. Почему две? Потому что у меня два пальца. Два глаза, две руки, две ноги, две ноздри. Что у меня еще две? Две флешки, две пары ресниц, на пальцах там еще кое-что по две. Если я буду долго перечислять, что у меня по две, у вас разрядится телефон или отключится интернет. Но нам же этого не нужно. Я рад, что мой микрофон помог решить любые вопросы. Спасибо за внимание. Оцените лайком, комментарием и даже можно пожелать что-то хорошее. Клянусь своей треуголкой. Оп, оп, оп.